пытается, что видишь, что ты не пытаешься. Ну ладно, дай буду держать. Ты умеешь разговаривать и есть? Нет? Такая стоит. Что, что ты там хотел сказать? У нас, короче, то мне смешно, просто аж хочется рассказать. Это мы с прививки едем, а до этого я ходила в магазин и купила сало. У нас в магазине новое мясное дело, и там появилось сало. И там машин были ракопецы. Я вижу. Я уже думала, может, по кругу. Ну, в общем, дело не в сале. Дело в том, что я люблю в сале, в хорошем сале, в смысле, мягкие вот эти шкурки. Очень люблю. Хотели перепроскочить. А, ну они ж не знают. Так, возвращаемся к нашей теме. В общем, я купила сало. И в сале я очень сильно люблю. Мне даже сало не так, мне шкурка. И вот это вот возле шкурки, вот это вот сало вообще считаю самым вкусным. Но я так думала, что это все так думают. Да, Валер? Я не знаю, что думала. А Валера... Я так не думала. А Валера вообще увидел, что я ем шкурки. А потом еще, а, говорит, еще и горбушка черная от хлеба. И что ты как-то сказал? Не помню. Если... Если бы я знал до нашего знакомства, что ты такое ешь, нашего знакомства, то я бы еще подумала. Ну, а я же говорю, надо было и подумать. Не, ну именно то. И у меня просто... Валера вообще на это смотреть не может. Шкурочки. Не, ну это шкурочки. Совсем разные вещи. Ну, разные люди. Ты все ешь то, что потом я не дальше. Люблю. И у меня стал вопрос. А вот действительно, сало как это так? С мясом, с кровью. Блин. Да не с кретой там крови. Это шкурки, с прорезью, шкурочки. Потом дальше. И думаю, как мы действительно уже живем почти 13 лет. Когда я люблю шкурки от сала. Он ну, не это единственное видит. Все, что... Ну, просто... Дальше, в хлебе. Я постоянно люблю горбушки. Постоянно в свежем хлебе горбушки, это только мое. Дальше. Окрошку. Он ее ненавидит. Я ее люблю. Холодец. Холодец. Ну, я холодец не тоже полюбила, но люблю. Но сейчас ты тоже холодец ешь, ничего страшного. Сейчас времена такие. Ну, понятно. Все надо есть. Потом дальше. Не, так, ну, что-то еще такое было? Есть. А, копченая курица. Я обожаю, он ненавидит. Черешня. Да не то, что я вижу, но не люблю. Черешня. Не тоже ты ее не любишь. Он больше клубнику. Я черешня, это вообще фанат. Арбуз тоже он не любит. Я фанат арбуза. Кукурузу дыню тоже. Дыню что это арбуз я не люблю? Что ты, честно говоря? Что это ты? Арбуз? Дыню, кукурузу не люблю. Дыню не люблю. Арбуз я люблю. Че, кто арбуз не любит? А копченую курицу любишь? Ну ты сейчас как-то разлюбил. Может, они испортились. Раньше любили. Так. Ну, когда человек голодный, он все любит. А сейчас, значит, да дело не в этом, что зажрался. Голодный, не голодный. Ну, это зажрался, значит. Ну да, зажрался, получается. Не любит. Что значит не любит? Если есть выбор. Не было выбора, ел бы копченую. А, еще Валера никогда в жизни, это вот я с самого первого дня. Я вот если хочу там кушать сильно, и мы там в дороге где-то, я могу, например, там хоть батончик там перекусить и все. Чтобы когда ты в жизни перекусил, никогда. В смысле, сладкий? Для тебя нет. Сладкое, это... Это с десерт. После... А, еще мало того, что десерт. Он будет... Знаете, когда у него десерт? У него всегда десерт на ночь. Вот. Это всегда у тебя что-то десерт на ночь. Сладкое на вечерком, ночь. Да. Ты никогда не закусишь там в обед. У тебя именно вечерний десерт. Ну да. Мне... Там же мелатонин, наверное, вырабатывается от сладкого или как. Ну, может, это, ну да, связано с... Ну это да. Это для сна. Ну, короче, сладкое. Вот так вот. Оказывается, два человека, которые любят разное... Это... Могут ужиться в одной семье. Ну, конечно. А причем так и все должны. Не знаю. Все два разных. А потом, я еще не помню, когда я удивилась очень сильно, это было вообще капец. Когда я сделала солянку, там балы, колбаса, всякие сосиски. А картошки нет. А Валера роет в солянке, говорит, а где картошка? Ну, короче, прикольно. Вот так. Я не понял, он что, все? Он, наверное, стал. Машина стала, видите? И мы не можем проехать. А я не знаю. А! Прикольно. Офигенно. Так, видите, пропустите нас. Мы с камерой. Мы канал YouTube. Опс. Тихо, он еще инвалид. Вот это да, стал. Слышишь, мы стоим, ждем. А, он на аварийке стоит. Ну не видно там заднее кое-что. Ну, ладненько. Аж солнце светит. Где мы идем? Понятия не имею.
Ну а после... Следит, кто-то следит. С тобой кто-то следит. Нет. Просто смотрите, какой... А то у нас какие-то видео все оборваны. Оборваны, да. А что ты туда? Так ты сидишь контрастивно. Убегают такие. Лера всегда хитрости. Делает видеоролики. Хитрости? Вы сейчас поете в чем. Мы были на площади, шашлычки, и это Валера. Я ему точно спрашиваю, давай Макдональдс, давай. Ну, и что? Валера мне такой, давай. Мы едем в Макдональдс и начинается. Что-то мне не сильно хочется, а тебе что сильно хочется. Ну, короче, в общем, он не доехал. Не держи меня под руку. Не Валера вечером звонит ему брат. Они с женой в Днепропетровске шашлыки делают. И Валера говорит, все, завтра с утра. Макдональдс не поехали, никуда не поехали. Завтра с утра едем на речку. Будем делать шашлыки. До сих пор делаем. Сейчас он тоже куда-то ведет. Чекист. Куда я веду? Да куда-то, не знаю куда. Да просто солнце хорошее. Выгуливает. Ну да, солнце пока. Ну, морозец хороший. Чем такой. Нам еще бездельникам короче, заняться? Ну какой сделали домик из общежития, видишь? Жилой это дом. Это малосемейки, кстати. Ну это же было просто общежитие, видишь? Да. Пристроили эти... Я бы хотела себе здесь одну комнату. Пристроили балкончики, сделали выходы. Что-то я не пойму, с двух сторон. А там нету выхода с той стороны? Есть. Ну, и прикольно чуть-чуть. Получилось. Да, это, наверное, такие... Ну да, только сейчас, если откроется опять здесь дискотека, то будет им прикольно. А что, ты решила, что дискотека потому должна быть? Потому что здесь все мое детство была дискотека. Ну, почему тут была? Ну, сейчас-то... А смотри, что так строили красиво. Что ты решила? Бар будет, видишь? А ну да, там крышу сделали. О, классно отстроили. Угу. Вот, вот эта модель, как школа, брачное агентство. А тут что-то все закрыто. Я тебе говорю, это все... А, вот было фото. Нелегальный бизнес. Фотостудия написана. Нигде не пройдешь. Ладно. Сейчас мы идем искать фотостудии в наших краях. Я вчера захожу в этот кондитерское изделие, она, знаешь, говорит, а где твой этот... с камер? Ладно. Пойдем. Идем искать фотостудии в округе, какие есть. Фотостудия-то где? Bombs all in the room. Like, can I get 5 more minutes? Shit, I ain't really tripping over school. Let's get Wiz Khalifa high, yeah. Get meditated over medicated. Get. Ну вот, смотря здесь 18 двери, да? Ага, и 7-й этаж, да? Ага, спасибо большое. Сейчас вернусь через какой-то. В смысле, ты сюда заходить собрался? А куда ты пошла? Там в бар. А может там вход, с той стороны? Так куда ты пошла? Вход вон написан. А вот сюда. Куда ты пошла? Опять не туда. Куда ты ходишь? Вот вход, вот. Вход, вот, видишь? Ремонт. Вот тоже вход. Ну, ремонт идет. Видишь? Ремонт. На какой этаж? Ла-ла-ла-ла. Что бы ты без меня сделал? Идет. Она. Она обиделась. Кто? Она. Кто она? Кто, кому ты позвонила? На, больше. Давай, я сдаюсь. Так, нажми, чтобы она тут не стукала. Чего? Для Инстаграма для всего. 7-й этаж, не зима. Страшно. Мы ехали. Что, не едем или едем? Ого. Ой, блин. Прикольно. Небольшой, блин. Ты куда снимаешь? Тебя через зеркало. Смотрите на него, запомните. А, протереть? Да, протереть надо. Не знаю, говорили вы, нет фотостудии, дети, мы видим. Здесь.
Это для деток, да? Да, интересно. А у вас в основном вообще для младенцев, да? Это как бы детская, да, да, так больше. Деток, ну, если новорожденки, семьи, девушек. Ну вот это вот я смотрю здесь, хорошее место для девушек. Скажите, а это 300 гривен в обычные дни, да, я смотрю? 300 гривен в выходной. И в выходной? Выходной 300, а в будни 200. А, а на сайте чуть-чуть по-другому просто написано. Ну да, новогодние расценки на сайте, наверное. А это входит в стоимость, вот если тебе фоны, да, нужны? Да, вот это вот. Ну, я спрошу, зачем? Все входит. Стоимость не входит, только аренда вот этого текстиля. Вот этого, да? Текстиля. Корзинки можно использовать. Текстиля. От и до скольки, вот чтобы так? Ну, корзинки вот можно использовать, а текстиль нельзя. Ага. А текстиль сколько стоит? И в аренду не в аренду. А, не даете, да? Нет, в аренду вообще не даем, можно купить. А, это продается, да? Ну, там что-то продается, не все нужно. Я понял. А, ну в смысле для съемки купил? Ну да, купил и все для ребенка, гигиена. Ну, ну да. Никто же не захочет все равно потом. Вы отошли? Проводка. А вы говорите, у вас вот есть какой-то цвет, да? Ну вот есть одна что-нибудь. Зеркало. Софтбокс? Софтбокс. Смайлик. А какая мощность? Это кошка. Не, ну ладно. Сама не снимаюсь, очень проверяю. Не, ну я же тут находимся. Вы же, может, знаете. Покажи. Ну, вообще, я сама покупала. Не, вы можете показать, я сам буду прочитать. Там же написано. А ну, отойди, пожалуйста. Сейчас я пойду, я вот поделаю штучки. Так, вот, так, да. Чашечки поснимаю, чтобы свет, свет. Все хоть показать людям, какая студия. Здесь были люди. Люди. Ну как себе? Это как-то, ну, не, как сказать, продолжать что-то рассказывать. Как тебе студия? Да ну, как сказать, вам интересно? Не знаю, мне не понравилось. Не, при чем тут, а при чем тут телеканал? Ты сняла хоть, чтобы я посмотрел? Да, хотела. Все сняла. Ну, по-своему, интересно. Нет, она какая-то такая постельного типа. Понимаешь, она какая-то постельная. Ну, люди снимают, видишь, работают, у них есть. Да, она как постельная такая. Как Love Story вот у нее может быть снимать, знаешь? У меня не получили телефон, там депретика вон. Там какая-то энергетика. Какая? Не знаю, мне не очень. Я, ну, по крайней мере, перед 8 марта. Зачем ты? Зачем я так говорю? Валера, зачем ты это будешь вставлять в видеоролик? Зачем? Зачем? Так ты так говоришь, как будто все время вставляешь. Может, кому? Вот. Здесь на улицу есть. Выходим. Нет, где идем? Туда сейчас посмотрим. Куда туда? На научную. Там много. Туда можешь уездить, туда-сюда, слышишь? Не знаю, первый когда-нибудь видишь? Наверное, десятый. Никого. И так уже полчаса от нас. Хороший вид, фу, блин, шапой, блин, я равновесие потерял. Ладно. Wiz Khalifa, yeah, throw your caps in the air like you know you made it. Ay, when you wake up in the morning, ay, mom yelling in your room. Like, can I get 5 more minutes? Shit, I ain't really tripping over school, let's get. Wiz Khalifa, yeah, get meditated up and medicated, get Wiz Khalifa.